Беларуси. В тысячах рек и озер отражается небо. И не зря нашу страну называют синеволкая. Мы приходим к воде, чтобы искупаться и позагорать. Мы приходим, чтобы отдохнуть, провести время с родными и друзьями, порыбачить. Мы рядом с водой и жарким летом, и морозной снежной зимой. Но каждому следует помнить, любой водоем – это источник опасности. Каждый час в мире тонут в среднем 40 человек. Основная причина несчастных случаев на воде – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Оставление малолетних детей без присмотра, купание в запрещенных местах. И беспечность. Берегите свою жизнь, и пусть вода будет другом.